19 мая воспитанники студии Олега Митяева приняли участие в мероприятии Дворца пионеров и школьников, приуроченном к столетию со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Участниками праздника стали лидеры и активисты детского движения Челябинской области, старшие вожатые и педагоги-организаторы, руководители региональных детских общественных организаций, ветераны и наставники пионерского движения. На входе гостей встречали оркестр и школьники в красных галстуках, в числе которых были и наши студийцы. В фойе театрального корпуса дворца была организована выставка атрибутов пионерии и советских игрушек. Одним из ключевых событий стала встреча с министром образования Челябинской области Александром Игоревичем Кузнецовым, на которой студенты смогли задать интересующие вопросы о развитии образования. Хор студии выступил на праздничном концерте под звуки настоящего пионерского барабана с песней «Поход». А ребята театральных групп помогли организаторам выносить дипломы на торжественной церемонии награждения.